Юг Португалии пытается прийти в себя после наводнения, вызванного проливными дождями. Популярный у туристов регион Алгарве в прямом смысле ушел под воду. Многие улицы, если можно было перейти, то только вброд. Были закрыты ряд автотрасс, на вокзалах и в аэропортах задержки. Сообщалось также, что некоторым самолетам пришлось уйти в другие аэропорты. Как пишут местные СМИ, экстренные службы эвакуировали несколько человек, которым пришлось провести ночь в пунктах временного размещения.